Всем большой привет, меня зовут Марина. У нас на Кубани прошел такой хороший дождь. Не могу сказать, что прям дожди, но пару дождей таких хороших прошли. Прям пролили почву. А он мокрая, влажная. Между дождиками успела тут вырвать всю траву, навести порядок на этой грядке. Удалить всю зелень, салаты, которые уже перерослись практически. И петрушка у меня здесь осталась на огороде, которая корневая. В этом году для меня она уже непригодная, так как она уже вся пошла в бодылку. Хоть я ее и срезала, она пыталась вот несколько раз цвести, но в итоге корневая есть корневая. Все-таки лучше, наверное, буду сеять обычную петрушку. А корневую больше перестану. Как-то мне она не очень нравится. А с приходом вот этих ливневых парочку дождей у нас очень сильно понизилась после такой жары аномальная температура. Вот на гараже градусник, в тени показываю. Сейчас у нас обед и 26 градусов. Достаточно прохладненько, тепло, уютно и без ветра. А это у нас конец июля. Макушка лета, по сути. Вот, перешли за макушку лета уже. А вчера так вообще температура упала до 19 градусов днем. 19 градусов, это было так холодно, приходилось одевать куртёжки, знаете ли, ветровки, кофты даже, вот чтобы на улицу выйти. И причем с холодным пронизывающим ветром, прям, знаете, осенью. Была возможность хорошо даже простудиться. Ну, прошел этот холодный день. И сегодня уже тепло, опять у нас лето, у меня цветет вот такая большая огромная мальва. У меня только такой какой-то малиновый цвет, а бывает она ярко-красного цвета, я видела. Вот тоже хотела бы себе посадить. Ну классные, крупные цветы, их, знаете, прям каркаде. Очень красиво смотрится, конечно, украшает двор. Около дворов у нас любят на Кубани сажать такие огромные кустарники. Кстати, я тут клумбу как-то вам говорила, что сушняк надо весь удалять с клумб, чтобы они выглядели приглядно. И, как видите, я тут все ромашки, потом у нас тут лилии всякие росли, тут палки торчали сухие, все поудаляла. Весь сушняк убрала, посрезала. И сразу клумбочка облагородилась. И такая огромная, красивая, кстати, очень живописная. Тут у нас абрикос растет. Просто огромнейшее дерево. Я даже не могу вам прямо показать его полный охват. Не входит в камеру. Так, над этой беседкой обычно у меня каждый год вешаются занавески вот так по кругу. То есть вот здесь и вот здесь. Должны быть занавески. В этом году я их что-то не купила, не успела. Вот сейчас заказала занавески, жду, когда они приедут, и повесим занавески сюда. Будет беседка полноценная. Без них как-то скучно, тускло во дворе, как-то не так уютно. Но когда будут висеть занавески, вам обязательно покажу, как они у меня будут выглядеть. Я думаю, прям явно видно, что их прям очень-очень не хватает. Ну, на качалке, конечно, бардак, потому что там животные постоянно лезут и валяются бессовестные, пачкают мне там покрывало. Ну, накидка защищает специально от животных. Очков продолжается. После дождей у нас опять активно пошли. Уже не первый раз в этот сезон, естественно, делаю оладики. Я называю драниками из кабачков. Пока свеженькие, надо ими наедаться. Не знаю, как делают остальные. Лично делаю я так. Как всегда, на терке у нас идут кабачки в большей степени. К ним добавляется морковка, несколько штук. Свежая на терочку также. Далее чесночок на мелкую терку по вкусу. Зелень у меня укропчик. Зеленый лучок можно перьевой, но у меня что-то не хотелось за ним идти. Я обычно репчатый белый луковицу большую почистила, порезала кубиками. И, естественно, черный красный перец я везде классически добавляю. У меня в перемешке уже в перечнице находится сразу черный красный мешаю. Мне как бы так проще, сразу сыпется одновременно.
и соль. Естественно, там сколько надо яиц, у меня 3 яйца. И также в большей степени я добавляю сюда манку. Именно манную крупу. Вот, я везде ее добавляю, она мне часто вместо муки вообще идет. И по вкусу же добавляю немножко еще для клейкости муки. Перемешиваю и все на сковородочку. Тесто должно быть не жидкое. Манка хорошо мне в этом овощном тесте разбухает. Так что у меня получается вкусненький достаточно драники. Вкусные, хрустящие получились у меня драники. Желаю приятного аппетита и хорошего летнего настроения. Ну, собралась. А вот там, видите, маленький цыпленочек. Курица сидит на яйцах. Он вылупился уже пару дней как. А курица все сидит на яйцах, на остальных. Он бедный, голодный. Она с ним не спускается. Я его выпустила хотя бы, чтобы он покушал. И назад посажу в гнездо. Тут его пытается клевать куры иногда, смотрит на него искоса, типа, откуда ты такой взялся, мелкий. А такой маленький, беззащитный, его все готовы затоптать, бедненького. Ну, хоть пусть покушает. Надеюсь, попьет водички и отправлю его опять в гнездо курицы до завтрашнего дня. Потому что другие курочки не хотят, а мне их постарше немножко цыплят, они хотят его принимать, так как он маленький, отстает ото всех. Не такой шустрый, как птенцы постарше. Он каждой курочке пытается примоститься, чтобы вот рядом с ней ходить. И они от него все убегают. Либо клюют. Никому он, бедный, здесь не нужен. Мама занята. И самое интересное, что вот цыплята, они вот где мама клюнула, ну то есть... Он каждой курице видит свою маму. Где курочка клюнула, там и он. Вот она клюнула то зернышко, и он туда же пытается клюнуть. Все, а шаг за шагом повторяет за старшими. За старшей какой-то курочкой. Думая, что это его мама. Маленький малышочек. Остальные вышли погулять, только что ели, зашли, мама завела. Сейчас опять вывела погулять их, поесть вон кабачки на витаминчике. Эта попочка все тут лазит. Ну а за сеткой, там вот зрители этого зоопарка, наблюдатели сидят. Там вот один... Серый, рыжая и рыжий. Андрей Петрович. Еще одна пришла жужка. Жужа. Посадила у кого кабачок поклевать, но он что-то не знает, как это делать. Ему никто не показал еще. Он, может, догадается. Видите, что делает? Зараза рыжая. Не дает покушать младенцу. Он пытается повторять за курицей, как надо кушать. Она его отогнала. Дала кабачок покушать. Поклевать. Бедный бегает, мама все ищет. Каждый курочка подходит, а они игнорируют, либо клюют. Тут привела его водичку попить. Не знаю, сам догадается, как это делается или нет. Сейчас я насильно попою и отнесу гнездо. Ты мой хороший, ты мой маленький. Ну, вот так, опа. Хорошенький мой. Пипи. Ну, если пойдем сейчас гнездо к маме.
Она сейчас сидит. Здесь она не клюнет. Будем посидеть дальше с ней до завтрашнего дня. Были у нас на ярмарке, купили морковки, что там нам нужно, овощей, огурцы, помидоры и так далее. Огурцы у нас засохли, я, по-моему, уже выкладывала видео, просто я уже не помню, либо выложу, что огурчики мне прекрасные пошли, ничем их не обрабатывала, пошли, и урожай только-только стали давать, уже салатики резали. И вдруг после засухи, при том, что их поливала каждый день, и они цвели и пахли, и вдруг после вот засухи, жары, вдруг у нас неожиданно появился дождь, ливень хороший прошел. С одной стороны, я так была рада, что все полилось у нас. И вдруг огурцы все мои просто высохли. Очень обидно, все за нас сейчас пересеяло. Не знаю, когда опять наложить, когда они вырастут. Ну, короче, поехали на ярмарку, купили овощей. Я купила, ну, конечно, не столько, как я вам показываю в чашке, баклажан. Больше я взяла, просто именно эти отложила, хочу их на заморозку сейчас порезать, убрать. Вот. Буду резать, замораживать. Также помидоры немножко взяла. Какие цены? Морковка у нас сейчас на Кубани в июле стоит 50 рублей молодая. Была 90-100 в Магните, по крайней мере. На ярмарке 50 можно купить. Баклажанчики цена 50 и 55. Я купила, по-моему, по 45 рублей килограмм. Вот. Также помидоры 55. На ярмарке 50. 45. И я даже взяла маленьких по 35, по-моему, тоже заморожу. Но маленькие лучше морозятся, чем крупные. Покажу вам. Сейчас, слава богу, цена начала падать. Но это как всегда. Цена падает потихоньку к сезону урожая. Это естественный, ежегодный процесс такой. Ну, дальше осенью опять цены будут повышаться, как всегда. А, картофель у нас, кстати, стоит 20 рублей, 25, 28. В общем, вот цены разбегаются. А, и лук, вязанку целую взяли, 29 рублей, 25 рублей килограмм. Ну, у кого как. Также мешок муки, пакет муки, 10 килограмм меньше никогда не берем, потому что пеку много, и мука сильно расходится. В 21 году на Кубани у нас стоит 10 килограмм муки 290 рублей. Подорожало. Раньше было в прошлом году 230, 210, потом 230 стало, потом стало 275, теперь 290 вот уже. Баклажаны сейчас в судочки, в пакеты и в морозилку. Так, параллельно захотелось кофе. Сварила в турочке. Кофе вкусный, нравится. Это пятерки покупала, кстати, по акции. Так, он 300 с чем-то рублей стоит. Вот. Это у нас шоколад и карамель. Приятный кофе, шоколад, карамель. Я не скажу, что особо чувствую. Ну, с одной стороны, это и хорошо. Ну, кофе мягкий, приятный. Люблю вьетнамский кофе. Пьем уже его, ну, не один раз, естественно. Не один год. И я решила к этому кофе добавить еще мороженого. Вот такая вкуснота. Ну, пошла угощать своих гостей во двор. И упаковки пока у меня получились. Естественно, это не все. Буду ждать еще понижения цен, чтобы закупиться побольше и так кушать, и, естественно, и запастись на зиму, потому что зимой просто неадекватная цена на эти баклажаны за 200 рублей килограмм, для меня это просто ненормально, поэтому затариваюсь зимой, и уже ни кабачки, ни баклажаны меня вообще не интересуют, я прекрасно достаю со своей морозилочки и рада, что я экономлю. Поэтому заготовки впрок еще своей актуальности, знаете, никак не теряет. И, естественно, потом еще в будущем порежу кусочками все это тоже заморожу, для того, чтобы можно было баклажановую икру делать на сковородочке зимой. Ну и все, поехала в морозилку. На ярмарке вот такие маленькие, посмотрите. 35 рублей килограмм такие я покупала, но я купила больше. Вот сейчас часть помыла, порежу в морозилку, подожду еще, что цена опустится, она будет еще прям закупаться. Раньше мы покупали 10, от 10 килограмм, 20-30 килограмм заготавливали. Вот. Ящиками даже брали, заготавливали сразу томатную. Томат крутили, в общем, добавляли всякие салаты зимние, заморозку, в общем, куда угодно. Сейчас в данный момент я немножко заморожу колесиками, так же, как и баклажаны, так же, как и кабачки. И зимой прекрасно получается яишенка, вкусненькая на поджаренных помидорах. Хоть они замороженные, они немножечко успевают дать сок, но это не мешает готовить яичницу на сковородочке. Также запеканки, также любые овощные рагу, в общем, опять же, экономия. Поэтому всем рекомендую замораживать, иметь дома все-таки морозилку. И мне нравится, что помидорки маленькие, получаются маленькие кружочки, аккуратные.
Они лучше отделяются после заморозки. У меня тара подложки для овощей, либо фруктов идет, знаете, совершенно разная. Я не вижу смысла на это все тратить деньги. Вот тут что-то из-под колбасок, здесь еще что-то. Это все вымыто, высушено, естественно, не имеет никакого лишнего постороннего запаха. Это, по-моему, из-под каких-то сладостей. Но это ванночка, это пищевой пластик, поэтому не вижу смысла специально еще ежегодно покупать тару. Ну, никак-никак, меньше захламления природы, так как я использую эти лоточки. А то бывает даже 3 года подряд, если они выдерживают заморозки, мытья, меньше мусора выбрасываю. Представляете, сколько хлама я могла бы каждый год выбрасывать в виде этих лоточков покупанных, еще деньги на это тратить. Поэтому люблю все использовать повторно. Вот так режу помидорки, сейчас заполню и в морозилку. Всем большой привет, меня зовут Марина. Сегодня я решила показаться в своем блоге на фоне вот красивых цветов. Я уезжаю в город по делам. Решила с вами поздороваться. Мне 46 лет. Всем желаю хорошего настроения, много любви, цветов в вашей жизни, чтобы жизнь вас радовала. Хороших моментов было побольше, чем плохих. Вокруг меня, конечно, как всегда, живность собралась. Ну как же без нее, посмотрите. Одна. Валяется. Так, куда побежали? Разбежались. Вот там. И еще где-то там у нас котик ходит, прячется.